Привет, это канал I Like Pet, и в этом ролике мы расскажем вам про Малинезию. Неприхотливость, привлекательный внешний вид и способность к живорождению – таковы основные причины популярности аквариумной рыбки Малинезия. В естественной среде обитания ее можно встретить в водоемах Северной и Южной Америки. Малинезия – живородящие рыбы, относятся к группе живородящих рыб. Два вида малинезий у нас в торговле бывает. Первый вид – это лирохвостые, они поменьше растут, где-то сантиметра 4, но может быть 5. И на хвосте у них вилка. Цветов бывают белые, черные, цветные, желтые, вот сейчас появились красные, оранжевые скорее. И второй вид – это малинезия высокоплавничная. Вот малинезии высокоплавничные растут и 10 сантиметров, некоторые до 15, но это большая редкость, обычно где-то 10 сантиметров. Все они живородящие, икру не мечут, а готовых уже мальков выбрасывают. Малинезиям свойственен половодиморфизм. Самцы у этих аквариумных рыбок ярче, стройнее и мельче самок. У них увеличены спиной и хвостовой плавники. Есть гоноподий. Малинезии – активные миролюбивые рыбки, любят держаться в верхних слоях воды. Они подходят для содержания в общем аквариуме. Главное, чтобы у них в соседях были такие же дружелюбные, как и они, подводные обитатели. Совместимы, ну, практически со всеми рыбами, кто не помещается в рот, и примерно похожего размера. То есть это общий аквариум. Аквариум где-то в районе, может быть, 40-60 литров. В основном эта рыба довольно простая в содержании. Обычно проблем с ней не возникает. При уходе за малинезиями особое внимание стоит уделять качественной аэрации и фильтрации. Рекомендуемая температура для содержания этих рыб варьируется от 23 до 28 градусов тепла. Также важно не забывать об обязательной еженедельной подмене воды в аквариуме и следить за тем, чтобы питание этих аквариумных рыбок было сбалансированным. По питанию проблем тоже не возникает. Это либо основные корма, либо корма с выраженной растительной составляющей. Средняя продолжительность жизни малинезии составляет 3 года. О других интересных подводных обитателях вы можете узнать на нашем сайте. Подписывайтесь, читайте и смотрите нас. Мы также представлены в социальных сетях. С вами был ilike.pet. До новых видео!